Сделай нам для картинки. Добрый день, мои дорогие зрители. Вспомнилась песня ДДТ. Навоз целует сапоги, кого-то мочат в реки. Земля, периферия. Вот трактор проехал, давя поросят. В соседнем селе есть кир, говорят. Всю ночь не смыкали в правлении глаз. Пришел нам приказ посадить ананас. В общем, классно. А в черном небе будто дух летает жареный петух. Земля, периферия, там припев. Ну, кто знает песню, найти может. Это раннее. ДДТ, Шевчук, с его сатирой еще по совку. Мудрый, добрый, несчастный в чем-то. Талантливейший. Юра Шевчук. Юра музыкант, да? Как одно чмо сказала. На этом великом, в общем-то, деятеле культуры, русского рока, ну и вообще хорошем человеке. Ну и у меня тоже, видите, началось все. О, красавец какой сидит. Ну, красавец, за зиму обросший, довольный сейчас. Тоже все эти хлопоты. Колхозные. Говорите, вас порадовать новыми фильмами. Ну какая тут радость вот смотреть на это все. Как по убитым напрочь дорогам из последних сил красивые машины везут пенсионеров по улице Красногорской. Бороться за редиску. У них хобби такое. За все остальное. И холодно, кстати. Я иду и мерзну, честно. Ладно, свитер там тоненький. Джемпер скорее. Тельник и мерзну, бляха. С утра было теплее, но видно, что погода меняется. Вон там вон черные грозовые тучи. Ну, я дела уже сделал. 6 утра, в 5:50 первый автобус сюда. Машину гонять, в лом убивать вот по этому говну просто. Я не настолько мазохист, да, и не настолько как бы свой автомобиль не люблю, чтобы его убивать. Не говоря о том, что меня оправдываешь. Судебные приставы. Не то, что я пил там за рулем. Не, просто левая абсолютно разводка. Но тем не менее. И я как-то забил на это все. Думаю, нахер я им плачу налоги какие-то, еще что-то. Пошли они нахер со своим бензином. И чувствую себя, в общем, неплохо. Как бы так. Машина не нужна особо. Ну, 3-4 раза там провести это все. Башляется. А чтобы ее вот убивать вот так вот, страдать, отрывать глушаки постоянно, как тут бывает. После очередного ливля в какой-нибудь канал заезжаешь, слышишь, скребется. И все. А несмотря на то, что сопки тут болотистые, вот мазохисты, видите, на крузаке сюда. Ну это только дорога для крузаков. Ну тут, кстати, не один, не два, тут их очень много. О, какие ямы. Это вот промывает, туда уходит вода. Земля, вернее. В грунт куда-то. Провал, короче. Пятигорский свой, у нас свой. Ну, как всегда, ручей. И рядом с ручьем помойка заваленная. Кто-то заботливый кедры посадил. Но они явно не растут. Вот провал, видите. Ну, не Пятигорский, конечно, но уже достопримечательность. То есть он съедает дорогу, да. Всем все похеру абсолютно. О, какой, ну красивый. Меня слышно там? Раз, два, три. Вот такой вот сюжет. Не надо ни в какие походы ходить. Тут само движение по этой земле доставляет. В советское время такого не было. То есть все подсыпали, нормально трамбовали. Тут стройбат стоял целый. Он эту дорогу в идеальном состоянии поддерживал. Возил песок с берега Амурский. Сейчас, увы. О, видно, да? И люди гадят под себя, мусор, все, бутылки, срань, пластик. Ну, то есть, наш этот народ уебищный, моральный, то есть, пластик, всю эту срань выкидывать, то есть, а с него еще правильно, пусть берут деньги за это все, за засирание, то есть, место нормальное, самоорганизация, да, убрать за собой свой же мусор нормально, даже в город довезти там пластик этот,
нахрен, ну или сжечь в крайнем случае. Надо его раскидывать здесь, вот они. И как бы бороться с этим. Это не какие-то пацаны делают. Это делают старперы лет по 60-70. Вполне себе советским воспитанием. Но они, это такие люди, которые будут кидать бычки не в урну, а себе под ноги, плевать там на чистом асфальте. То есть и так же они здесь живут. И мне, в принципе, с ними очень противно на одном гектаре даже находиться. Ну, еще сезон не начался, помойка еще так, жиденькая. Что-то я ни хрена никого не вижу, я что, буду первый пассажир? Ку-ку, где автобус? Ну ладно, я-то тут уже все сделал и уезжаю. Надеюсь, вас сюжет порадовал на 6 минут. Ну, вот даже чем-то указатель этот все напоминает такое положение дел. Пьяный указатель такой. Но вы за меня не переживайте. Да, вот Юрич Бомж ведет трансляции бомжовские. Да, веду я свои трансляции. Что ж поделать. А там лед лежит еще вот на озере. Видно лед еще. Никакого ледохода еще не намечается. Даже заберегов особо там нет. Там можно еще. Он тонкий, конечно. А вот последних два крана осталось, которые песок гребут. Амура, песок идет в Корею, не куда-то, в Корею. Ресурс ценный, строительный, чистый амурский песочек, меленький, идеальный, без камушков, без всякого. То есть, что нужно для качественного бетона. Ой, видите, навоз у нас продают мешками, не машинами, ничем, мешками. То есть, насколько скудная жизнь. Усиленные теплицы. Вот, видите, мешок 200 рублей. Так что везите сюда свой навоз, кто хочет. Вы его можете очень выгодно тут продать. Сразу миллионерами станете. Вагон навоза и все, короче. По 100 рублей будете продавать, я у вас куплю даже. Тонны полторы. И все, и у вас будет сразу проблема решена, да. Потому что, ну, 200 рублей это беспредел просто. Какие мерки? Это дороже бензина в 4 раза. Они охренели. Если этот навоз перерабатывать на газ, да, то, наверное, машину точно можно заправлять. Вот крузак едет. Ну, я его сейчас сниму и сюжет закончу, потому что крузак движущийся вправо. Может, он провалится, кстати. Сейчас. Извините, руки дрожат. Штатива нет. Вон она. Проехал, ты смотри. Какой он красивый. Там вот зеленеет кедры где-то, посаженные заботливыми людьми. Молодцы. То есть лет 50 назад сажали, они все-таки выросли. Как бы так. Тоже вполне себе человек в возрасте. О, какой аппарат. Ну все, автобуса не видно. Я заканчиваю.